Здесь кто-нибудь есть? Да ладно, это я. What the fuck? Чё творим, бро, меня зовут Сэр Джонис, и бро, я знаю, как очень сильно вы хотели, чтобы я что-то заказал с Даркнета. Но, бро, и вы знаете, как очень сильно я боюсь что-то заказывать с Даркнета. Потому что, во-первых, это нелегально, во-вторых, там могут быть запрещенные вещества или же оружие, и из-за этого у меня потом могут быть просто огромнейшие проблемы, а мне этого не надо. Но, бро, все изменилось в один момент, когда в обычном интернет-магазине, я, в принципе, мог это купить, я увидел одну очень интересную доску, с помощью которой я мог бы просто как-то связаться с призраками и с ними говорить. И, естественно, я сразу же отправился в Даркнет, чтобы купить эту доску и посмотреть, или что-то получится, потому что в Даркнете, я думаю, будет намного интереснее покупать, чем в обычном магазине. Эй, банда, вы не поверите, как же мне доставили эту доску. Меня не просто ее привезли ко двери, ведь это же Даркнет. Мне его закопали в лесу, после чего мне нужно было ее откопать и привезти домой. Окей, банда, и первое, что я сделал, когда привез эту доску себе домой, я его сразу же спрятал в этом чулане, потому что ее никто не должен видеть, потому что то, что там находится, это ужасно. Мне реально страшно становится за то, что у меня лежит дома. Потому что вдруг это реально работает. Окей, банда, вот. Вот это. Окей, банда, и вот эта доска. Она вот так вот просто здесь спрятана. Я очень надеялся, что ее никто не увидит. И очень надеюсь, что ее еще никто не увидит, кроме вас и меня, банда. Что ж, думаю, пришло время пообщаться с призраками. Окей, банда, и вот эта доска. Что ж, я думаю, нужно вам ее открыть, но немножко предыстории. Перед тем, как покупать эту доску, я посмотрел, что же с ней не так. И я увидел очень странные истории. А именно те, что некоторым людям, еще давным-давно некоторым людям, эта доска говорила, что они убийцы. И после этого они шли и убивали всяких людей. Давайте-ка откроем эту доску и посмотрим, что здесь. Ну, я-то уже видел, но думаю, вам будет интересно взглянуть на эту доску. О, господи, уже видно ее. Вы только вглядитесь, как выглядит эта ужасная доска. Офигеть, по-моему, здесь даже буквы, они либо выбиты, либо выцарапаны, либо выжаты, потому что черный свет только говорит, что их выжигали. И пентаграмма. Дальше, чтобы общаться с духом, нам нужно взять какую-то свечу и поставить где-то здесь. Вы, наверное, не видите, но меня даже немного потрушивает. Ранее я уже использовал эту свечу, и если вы следите за моим каналом, то, думаю, вы уже видели, что я ее использовал. Что ж, банда, теперь у нас готово все, чтобы призвать духа и поговорить с ним. Но есть один нюанс. Я могу призывать только тех духов, которые живут в этом доме. Но поскольку я только недавно поселился в этот дом, я не могу узнать, какие здесь живут духи. Именно поэтому нам придется призвать какого-то мимолетного духа. Заблудшего духа. Окей, банда, для того, чтобы призвать духа, нам нужно всем приложить к этой вот штуке. Я не знаю, как она называется. Всем нужно приложить свои пальцы. Нужно вести против часовой стрелки. Раз. 2, 3. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, прерви покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, прерви покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, прерви покой. Окей. Здесь кто-нибудь есть? Да ладно, это я. What the fuck? Это не я. Это не юность. Это не я. Блядь, значит... Это не я. Это... Блин, я тебе серьезно, это не я. Я тебе клянусь, это не я. Я тебе клянусь. Типа, я специально сделал вот так. Алло. Типа, я насколько тупой, что взял бы просто поджег свой дом? Это нереально, я на... И ты клянусь, это не я. О, капец, облився. Ты не сказала. С волосинами. Окей, супер, банда, я... Я не знаю, что это было, но... Извини. Возможно, просто нужно как-то с ней попрощаться. И перестать это все делать. Я, конечно, догадывался, что с Даркнета бывают плохие шутки, потому что эту доску мы заказали как раз именно в Даркнете. Не падает. Окей. В принципе, понятно, что похоже, дух уже здесь. Окей, в принципе, я думаю, мы можем с ним выйти на связь и спросить, как же его зовут.
Дух. Как тебя зовут? Да. О. Да. До. Додо. В смысле? Зачем он повел это на прощай? Заблудший дух. Додо. Ты хочешь с нами попрощаться? Трогать руку вроде тоже нельзя, да? Заблудший дух. Может быть, ты ответишь на пару наших вопросов, если ты не против? Да или нет? Он не против. Фу, окей. Заблудший дух. Как ты умер? У. Б. Уби. Уби. Почему он остановился? Л. И. Господи, я не знаю просто, как на это реагировать. Додо, ты мирный? Ф. О. З. Н-О. Возможно. Додо. Ты же не собираешься? Нет, не так. Додо. Ты нас убьешь? Я не знаю, что с этим делать. Нужно как-то с ним попрощаться. Окей, наверное, для того, чтобы попрощаться, тебе нужно тоже приложить руку. Заблудший дух, уйди. Заблудший дух, уйди. Заблудший дух, прощай. Надеюсь, на этом все. Я просто не знаю, как объяснить. Я вам клянусь, она реально двигалась. И как объяснить то, что упала эта бита? Бита, Supreme Panda. Надеюсь, он больше не вернется и не начнет действовать, потому что мы вроде бы как бы закрыли этот портал. Господи. Фу, окей, Панда, я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что мы реально сегодня рисковали жизнью. Мы, блин, купили эту доску с Даркнета. В Даркнете она стоила в 4 раза дороже, чем в обычном магазине. И, по-моему, она даже выглядит не так, как в обычном магазине. Господи, вы только вглядитесь. Да, нет, и все буквы. Они выцарапаны вручную. Это не какая-то там машина его делала. Окей, банда, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы уже поставили свой царский лайк. Вот если ты из Supreme Panda, то ты обязательно должен поставить лайк под это видео. И вообще под все видео. Окей, брат, также подписывайся на мой канал, если тебе понравилось это видео. А также, если ты подписался на мой канал, то ты вступил в мою Supreme Panda. Ведь перед временем Supreme Panda будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme Panda. Вроде бы не двигается. Окей, брат, также вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты близко, какие комменты шикарные есть.
если бы я мог, я бы обнял каждый из этих комментариев. Ах да, обнял раз, обнял два. А если ты, бро, хочешь, чтобы я и тебя обнял, то ты можешь присоединить со мной свой комментарий, а также жми на лайк, колокольчик, и это обязательно. Лайк, колокол и твой комментарий, и попадай в следующее видео. Вот такой вот простенький, блядь, ко мне видео. Оставайся таким шикарным, бро. Пока!